США намерены восстановить горячую линию связи с российскими военными. Накануне Москва прекратила все контакты по Сирии. Это произошло после того, как американские военные сбили сирийский истребитель. Российские власти тогда же предупредили, американские самолеты в регионе они будут считать воздушными целями. В Белом доме ответили, что оставляют за собой право на самозащиту. Но, несмотря на все эти заявления, горячая линия связи между военными еще продолжала использоваться в течение нескольких часов. Она помогает координировать действия между военными. Россия и страны Западной коалиции могут ввести отдельные кампании и избегать случайных столкновений. Сегодня глава Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Джозеф Данфорд пообещал, что восстановить горячую линию могут уже в ближайшие часы. Произошел инцидент, и мы должны над этим работать. Думаю, потребуется помощь дипломатов и военных, чтобы разрешить конфликт в ближайшее время. Решение вопроса в наших общих интересах, поскольку позволяет бороться против общего врага.